Друзья, всем привет! С вами Алексей. Сейчас мы находимся в нашем офисе Башни Федерации, 18 этаж. Сегодня у нас в гостях Азамат. У Азамата радостная новость. Он получил свою долгожданную американскую визу B1, B2. Вот, Азамат, поделитесь радостью с нашими подписчиками, расскажите немножко о себе. Доброго времени суток всем. Как вы уже сказали, меня зовут Азамат, я родом с Казахстана, но так сложились жизненные обстоятельства, что уже более 6 лет живу в Москве, ну и в Казахстане, конечно, бываю. Бываю во многих странах. Вот благодаря Элеоноре с вашей компании побывал и в некоторых странах Шенгена, то есть получил шенгенскую визу, а после этого уже решил подавать на визу B1, B2, которую сейчас благополучно и получаю. Мы с ней записали в Telegram-боте все, и вот как я подал, в течение месяца все получил. Я очень рад, у меня в Калифорнии друзья, которые занимаются разным спортом, в том числе и серфингом, они обещают мне показать всю красоту их природы, их городской инфраструктуры, так можно сказать. Очень хочу это все посмотреть. Класс. Потому что никогда не был в Америке. И вот, наконец-таки, судьба дала такой шанс побывать там. Отлично, Азамат. Я вас поздравляю. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо большое. Если возникнут какие-то ситуации, если нужна будет помощь в США, можете к нам всегда обращаться. У нас есть свои представители в разных штатах, и мы вам обязательно поможем. Конечно, буду обращаться. Все, удачи вам. Оставьте все контакты. Окей. Спасибо. Все, счастливо.